А сейчас о прямо противоположном пример конструктивности. В составе новой Белокуракинской объединенной территориальной громады 24 населенных пункта, где проживает более 13 тысяч человек. На второй сессии, в дополнение к тем программам, которые будут выполнять за счет местных сборов, депутаты утвердили еще 5 на 9 миллионов гривен. Они надеются, что государство профинансирует развитие именно тех громад, которые уже работают в новом формате. Більше, мені кажеться, плюсів у нас буде в громаді, тому що, як кажуть, є така поговорка, гуртом і батька легше бити. Так що, я думаю, ми будемо працювати всі дуже великим колективом і в дальнішому, я думаю, там наші проекти, рішення всі будуть реалізовані, будемо старатися виконувати свої програми виборчі і работать на благо громады. Мы работы-то не боимся, мы ее знаем. Мы расширим территорию, и наше участие, начиная с благоустройства, заканчивая то, что я говорил, обеспечением людей тем необходимым. Ну, конечно, мы надеемся, надежды у нас на то, что будут у нас инвестиции, которые нам помогут.